Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко, и сегодня хотя бы вкратце хотел бы поговорить о состоянии батареи в вашем смартфоне. Показывать, конечно же, буду я на примере Apple iPhone, потому что там легко доступно, можно это все посмотреть и увидеть. Расскажу, как я использую этот смартфон и как я заряжаю этот смартфон. И, кстати, покажу, какие параметры здесь и как таких параметров я все-таки добился. Итак, первое. Apple iPhone 11. Вот он. Покупал я его 3 года назад. Вот сейчас, в апреле месяце этого года, ему исполнилось 3 года, уже пошел 4 год. Вы можете, в принципе, сами посмотреть. У меня выходили видеоролики примерно 3 года назад о этом смартфоне. Первый обзор, кстати, выпустил я не так давно. Вот почему-то не доходили руки до того смартфона, которым я постоянно пользовался. Выпустил я обзор и опыт использования. Можете посмотреть, там много интересной информации. А вот сейчас давайте посмотрим о батарее в iPhone. Если вы вдруг не знаете, есть возможность посмотреть состояние батареи. Итак, здесь аккумулятор и состояние аккумулятора. 94%. То бишь, после 3 лет использования смартфона емкость просела всего-навсего на 6%. И, знаете, это очень хороший показатель, так как есть у меня, например, тот же Xiaomi Mi 8, у которого после 3 лет емкость батареи просела значительно больше, просела процентов на 22-23% за 3 года. И там уже очень хорошо чувствуется, что батарея просевшая, что держит он значительно хуже. Здесь же я не скажу, что он держит заряд хуже, я скажу, что он держит заряд примерно так же, как и при покупке. А это было очень и очень даже хорошо и достойно. И на сейчас смартфон очень хорошо держит заряд. Если посмотреть на график, ну это... К примеру, сегодня, да, вот в 6 часов он был полностью заряжен в 6 утра. Кстати, умная зарядка, безопасная зарядка здесь включена. Тот пункт, когда вы, если на ночь устанавливаете на зарядку смартфона, чаще всего я так и делаю, он ночью заряжается до 80% и дальше держит 80%, и уже к 6 утра он заряжает до 100% вашу батарею. То есть, соответственно, максимально бережет и экономит батарею. Есть такой вот нюанс, что если вы будете заряжать от 20 до 80% батарею, то она прослужит дольше, количество циклов увеличится чуть ли не в 2 раза. Соответственно, вместо заявленных там 500 циклов вы сможете зарядить 800 или 1000 раз этот смартфон, заряжая от 20 до 100%. А полный цикл считается от 0 до 100%. Полностью заряд, и когда вы его разрядили и ставите на зарядку, полностью заряжаете, это уже пошел 2-й цикл. Вот как-то так. И если посмотреть на статистику использования, вот только сегодня, сейчас процент заряда составляет, кстати, 74%. Вот только сегодня экран использовался 4 часа 3 минуты. 74%. Это феноменальные показатели. Вот посмотрите, прошлый день 13 часов 36 минут. Далее, вот смотрите, менее 100% был заряжен смартфон, экран проработал 9 часов 2 минуты. Следующее, практически, да, вот ровно 100%, 10 часов 40 минут. Дальше, менее 100%, 9 часов 46 минут. Вот здесь это практически ровно, да, 100%, 11 часов 6 минут. И так далее, смотрите, 8 часов, то есть здесь менее 100% было, здесь менее 100%, 8 часов. Вот здесь менее 100%, 11 часов 15 минут, и вот здесь ровно 100%, 8 часов 20 минут. Это очень хорошие показатели, учитывая, что, во-первых, этому смартфону 3 года, во-вторых, то, что здесь емкость батареи 3100 мАч, а если взять какие-либо другие Android-смартфоны, то вы сможете увидеть, что там батарея в 5000 мАч может не давать таких вот результатов. Такие результаты на Android-смартфоне можно получить, если там будет батарея в 5000 мАч, если там будет достаточно экономный процессор. Это не равно тому, что он слабопроизводительный, а экономный процессор, не прожорливый и нормально оптимизировано программное обеспечение. Вот только тогда в Android можно добиться хотя бы примерно таких значений, например, там 8-9 часов работы дисплея и сутки автономности.
этот смартфон легко доживает с самого утра, с раннего утра до позднего вечера. При активном использовании еще даже остается немного заряда. Смартфон и оптимизация, и в целом в iOS работает очень хорошо. Есть при этом и свои плюсы здесь, и свои минусы. Кстати, видеоролик по поводу плюсов и минусов смартфона Apple iPhone 11 и в целом iPhone и iOS я уже выкладывал, можете сами посмотреть, потому что там много интересной информации я рассказал, возможно, чего-то вы не знаете, даже если вы пользуетесь Apple iPhone уже не первый год и не первый это ваш смартфон был. Так что вот такая вот интересная информация по поводу Apple iPhone 11. И все-таки, как же сохранить батарею в таком вот состоянии, я вам скажу так. Я сильно не берегу смартфон. И второе, я стараюсь заряжать смартфон не быстрой зарядкой, то бишь это 10-ваттные или 12-ваттные зарядные устройства. Вот, к примеру, когда вы будете использовать вот такого вот плана кабель, это USB Type-A и Lightning, это не Type-C, тогда быстрой зарядки не будет, и максимум, что может потреблять ваш iPhone, это 10, максимум там 12 Вт. Да, при таких раскладах он заряжается дольше, но стоит учитывать, что если вы устанавливаете смартфон на зарядку на ночь, включаете безопасную зарядку, используете такие вот зарядные устройства не быстрые, тогда все просто будет замечательно. В 80% случаев я использую именно такой режим и именно так заряжаю. Устанавливаю на ночь, включаю безопасную зарядку и заряжаю зарядными устройствами 10-ваттными 5 вольт 2 ампер. И в 20% случаев я заряжаю смартфон быстрой зарядкой. Но бывают случаи, когда нужно бежать, когда время мало, и устанавливаю на быструю зарядку. Это, соответственно, порядка 20 Вт. Это Type-C разъем на Lightning. Тогда смартфон заряжается быстрее, и вполне вероятно, что при такой быстрой зарядке батарея изнашивается немного быстрее. Поэтому я использую немножко меньше. Ну, то есть надобности нет. Зачем просто так заряжать смартфон быстро? И здесь также есть один нюанс: батарея минимально изнашивается даже при быстрой зарядке, если она не перегревается. То бишь, если вы не перегреваете смартфон при зарядке, чтобы батарея не перегревалась выше 40 градусов, то все остальное это вполне нормально и адекватно. То есть, если вы установили на быструю зарядку, старайтесь не играть и сильно не нагружать смартфон. А лучше, когда вы просто установили на зарядку и смартфон заряжается, а вы занимаетесь своими делами. Пришли, сняли зарядки, начали использовать. Вот это вот и весь залог, наверное, нормальной батареи, хорошей автономности и хорошей адекватной максимальной емкости даже спустя множество дней и даже 3 года использования. Кстати, очень медленно начала проседать батарея после обновления до iOS 15. Когда была iOS 14, батарея проседала немножко быстрее, и при переходе на iOS 15 был пересчет емкости батареи, и добавилось еще то ли 2, то ли 3%. То есть у меня было на iOS 14, к примеру, 95%, потом пошел пересчет, и у меня стало либо 97%, либо что-то около того. И сейчас просело до 94%. Ну, вот как-то так. Возможно, кому-то данная информация была полезна. Единственное, что я вам скажу, если не спешите, не используйте быструю зарядку. Если заряжаете смартфон ночью, включайте, вот она, не безопасная, а оптимизированная зарядка, тогда износ еще меньше уменьшится, соответственно, будет меньше изнашиваться батарея. Ну, и не перегревайте смартфон, старайтесь не играть и сильно не нагружать во время зарядки ваш смартфон. Вот это вот все основные залоги хорошей автономности и длительной работы вашего смартфона спустя не один, не два и даже не три года. По данному видеоролику у меня в принципе все. Если это видео вам было интересно или понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети. У меня есть первый, второй канал на YouTube. Канал в Телеграме, чат взаимопомощи, где много интересной полезной информации, где люди друг другу помогают. Подписывайтесь, будет много чего интересного. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.